Компания Хади Моторспорт для американского дрифтера Райана Терке на базе купе Toyota GT86 построила новогодний суперкар, на котором Райан решил прокатить в новогоднюю ночь Санта-Клауса. Учитывая высокий статус пассажира, инженеры Хади Моторспорт вместо 2-литрового мотора установили на машине 8-цилиндровый мотор мощностью 570 лошадиных сил от суперкара Ferrari 459 Italia. Рев мотора, море огней и клубы дыма произвели на Санта-Клауса неизгладимое впечатление. Компания «Шкода» также устроила новогодний дрифт, но не для Деда Мороза, а для гостей Праги, превратив раллийную «Фабио» с мотором мощностью 265 лошадиных сил такси. Для этого чехи не только установили на машине плафон с надписью «Такси», но и установили в центре Праги место посадки в раллийное такси с надписью «АЭС Такси». Ну а драйвером необычного такси поработал трехкратный чемпион Европы по авторалли Ян Капецкий. Пата на голову. Опатрне, так, сапни дверзе, бум. Кто-то нагору сам делал шпатне. Víte, я спехам. Так йо, připravena? Я не знаю, если могу дать, или не пробить. No, to в жадном případе.